Третий год в День знаний в Иванове пройдет акция «Живые дети вместо мертвых цветов». Взамен роскошных букетов на 1 сентября ученики собирают средства на благотворительность. И пусть сумма будет совсем небольшой, это та помощь, которая не завянет. Одной из первых к такому флешмобу в областном центре подключилась гимназия номер 23. И на этот раз возможность помочь больным детям учителя, ученики, их родители обсуждают еще до начала учебного года. Если в 2015 году им удалось собрать около 9 тысяч, то уже в 2016-м 20 тысяч рублей. Мы обратились ко всем педагогам, ко всем представителям родительской общественности о том, что не надо тратить много денег на приобретение букетов учителям, потому что зачастую эти букеты стоят потом в ведрах, да, и очень жалко, когда срывают живые цветы. И лучше эти деньги перевести в помощь детям. Сказать, что все учителя очень положительно сразу восприняли вот эту вот идею, как-то немного настороженно. Они решили, что как это праздник для первого будет без цветов. Но вот уже в прошлом году, когда по итогам 2015-2016 года перечислял у нас совет старшеклассников деньги в помощь детям, которым они на самом деле необходимы, то есть эта акция получила сейчас 100% отклик.